Добрый день, меня зовут Владимир, я коммерческий директор компании «Шамир Русь». Это представительство российской, израильской компании «Шамир Оптикал Индустрия». Мы участвуем сейчас в выставке МИОФ 2020, весна, и представляем на этой выставке нашу продукцию. Компания «Шамир» входит в пятерку мировых лидеров по производству и разработке очковых линз и покрытий для них. Это среди таких компаний, как Эссилор, Цейс, Шамир, Хоя, Сейка. Компания занимает 30% американского рынка, очень сильно представлена на мировом рынке и активно продвигается в течение последних 6 лет на российском оптическом рынке. Компания является общепризнанным мировым лидером в инновациях в оптическом рынке, то есть это инновации в дизайнах очковых линз и в покрытиях очковых линз, ну а также в различных инструментах, которые вы можете здесь видеть. Например, такое устройство, как SmartMeUp, которое позволяет с помощью одной фотографии делать все измерения, необходимые для заказа самых сложных линз. Компания отличается тем, что она не конкурирует со своими даже основными конкурентами, а занимает свою нишу, поскольку наши линзы отличаются от линз конкурентов и всегда находят свою нишу на этом достаточно сложном и конкурентном оптическом рынке.